Привет! Ты на канале Супер Тима Геймс. Мы начали играть в Garden of Banban 6. Если еще не видел первую серию, то обязательно посмотри. И мы подружились с Джестером, но при этом поссорились с Шрифом. Ну а что было дальше, мы сейчас и узнаем. Поехали! Твой сектор потенциальных возможностей там? Давай. О! Там кто-то есть. Давай. Желтая карточка. Чувак, который почему-то стоит. Окей. Ну теперь у нас есть желтая карточка. Скрываемся. Там кто-то стоит. Их двое. Они стояли. Их было двое. Один был голубой. Второй белый. А я пытался направить дрон. Глубоко. Там что-то есть, там шапка. Уже, чувак, мы должны быть слово вместе. Чего подобного? Твои шутки бред. О боже. У тебя будет одна нога. Все будут думать, что ты розыгрыш, когда ты будешь прыгать, как кролик. Мы снова должны собраться вместе, чтобы предотвратить вред. Отличная мысль. Давай, дай мне подумать об этом. Никогда! Чего это было такое? Тут есть поход за шапкой. Погнали. В целом это не тяжело. О, смотри, там даже что-то есть внизу. Может сразу вниз? Да не, опасно. Опа. Так, что мы имеем? Огромную дверь, неактивный и фиолетовую кнопку. Попробовать вниз спуститься. И хоба! Видал? Ага! Это такая была задумка у разработчика. Смотри, тут есть кнопки. Только теперь надо разобраться, как сюда дрон-то привести. Давай. Что случилось? Почему? О, нет. У меня метки ставятся слишком низко. Надо стать повыше. Нет, она теперь она слишком близко ставится. Только не это. Ё-моё. Тут же еще и не выпрыгнуть никак. Стоп, там что-то есть. Еще одна кассета. Ничего себе. Сразу две. А как будет сразу две включаться? А? О! Он сюда телепортируется. Хорош. Его можно направить. Но как мне... А он туда дотянется? Нет.
Окей. Значит, пока что ведем его сюда. Короче, какая-то непонятная кнопка, к которой надо как-то добраться, но как? Без понятия. Давай. И желтенькую. Еще один. Я найду ее идеальную шутку. Я могу потерять ногу. В конце концов, это будет стоить того. Мне нужно убедиться, что я не потеряю еще одну. Но я должен помнить больше никаких шуток о том, что заперто, что в сумке кенгуру. Так, туда я не пойду. Короче, чувак без ноги. Туда я тоже не пойду. Просто потому, что нельзя. Здорово. Рад знать, что вы пережили безумие, происходящее снаружи. Я и раньше видел случаи, когда удавалось избежать сдерживания, но ничего такого еще не было. Вы не слишком разговорчивы, поэтому я предположу, что вы здесь по важной причине. Иначе ты не стал бы рисковать своей жизнью, чтобы оказаться здесь. Как бы там ни было, я пойду с тобой. Чё? Окей. О, кстати, я в прошлой серии... Короче, мы открыли эту дверь, но ничего там не посмотрели. Предлагаю глянуть, что там. В ней ничего... А, нет, тут какая-то записка. Опа, тут это... записочка о кенгуру. Отчет. Дело номер 14. Тип 2, обновление номер 11, королевы. По запросу руководства были проведены дальнейшие исследования скипетра кейса 14 с целью наблюдения за тем, что кейс 14 ранее называл его магическими способностями. РФ-донор человеческого генома в случае 14, без уведомления в случае 14А, чтобы не повторить то, что произошло со случаем 4, со случаем 6. И смотрителем отметил, что официальных записей о скипетре не существует. Изготавливается и передается делу 14 скипетр на любом... А, на любых официальных записях существует только как фреска. Случай 14 отказывается уточнять, где она получила скипетр, всегда ссылаясь на неправильную память в качестве причины. Ну, типа она не помнит просто. Очевидно, что пациентка, ну, то есть номер 14, то есть королева, недовольна решением о ее транспортировке на нижний уровень. Несмотря на то же спокойное и разумное поведение, оно теперь занимает ранее несуществующую позицию по отказу от сотрудничества. Кейс не готов. Короче, не готова королева к игре детишками. И все. Кассетки, кассетки, кассеточки. Раз. О, эта штука, которую мы победили. Что-то какие-то испытания на ней, что ли? Следующее. Птица. А, это... Помните, в первой части мы сначала увидели птицу, да? А потом она уже стояла на своем месте. Так вот, это кадр, где она, получается, вот перебегала. И что-то улитка. А, это улитка реактивная, да. А, все. Больше нет записи. Не. Не достает. Чуть-чуть не хватает, а? Хм. Считается. А как тогда? Какие у них точки-то, опоры? А что если... Хм. Есть идея. Есть идея. Ну-ка, погнали. Погнали, 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 погнали. Что если я возьму... Поставлю точку вот здесь. А, все это время. Надо было сделать вот так. Капец. Окей, открывай.
Это темно, бан-бан. Мне... Куда-то идем во тьме. Бан-бан, мне страшно. Или тут они типа не нападут, потому что сюда они еще не добрались. Я вижу там лампочку. Лампочка. Ой, бан-бана вижу. Вау! Well. Эту тоже надо открыть. Я догадался. Look at this place. Посмотри на это место. Seems really familiar, but это кажется sure очень знакомым, но я не уверен, где я мог видеть что-нибудь подобное. Вау. О, Джамбо Джош. Стой. Какие-то шахматы как будто, не? И как будто надо как-то двигать. Бан-бан, лампочку. Пишет, что я могу как-то взаимодействовать, но он не взаимодействует. Да, я могу их двигать, смотри. А там еще что-то. О, полейки. О. Еще один отчет о пауке. А, Анабнаби. Да, это он Анабнаби. Пациент 8, то есть Набнаб, сбежал из-под стражи во время одного из сеансов и, как полагаю, скрывается где-то на первом этаже с поверхности. А мы где видели? А мы видели во второй части, да, Набнаба? То есть на втором этаже. Я ведь правильно помню? Или в третьем? Напишите кто-то в комментариях, я уже не помню. Команда по культивации была уведомлена об этой чрезвычайной ситуации, а также об опасности, которую представляет Набнаб. Все сотрудники были проинформированы об обязательном завтрашнем терминге, на котором им зачитают все, что записано о случае 8, и об эффективных способах дать отпор, если вы с ним столкнетесь. Во время побега случая 8, то есть Набнаба, были зафиксированы две подтвержденные гибели, и еще трое в настоящее время пропали. Еще двое пропали. Набнаб будет пойман и больше не унесет жизни. Кейс не готов к презентации. Окей, тут я вижу еще... О! А тут надо красненькое. Понятно, короче, тут у нас головоломочка, надо их поставить. Понятно. Дальше. Есть.
А, все? Красная карточка для минус пятого этажа. Ура! Бан-бан, я сделал это! У меня мега-мозг. Понял? What is that doing in here? Что это тут делает? Ты думаешь, я знаю? Я зачем думал, что это шапка? Такая мелкая. Почти открыта. Чем типа заглянуть? А. Бан-бан. Чё, а куда? А как? О, дрон. А, чё? Эти две так и не засветились. Стоп. Hey, чё это? Эй, тут парень твой друг? Можешь сказать ему, чтобы он слезал? Мы не собираемся съесть его поджелудочную железу. Эй, теперь ты можешь спускаться, мы дружелюбны. Блин, ну кто так выпрыгивает? Кто так выпрыгивает? Блин. Ё-моё, он только сказал про поджелудочную железу и так, блин, выскочил. Ну кто так выскакивает? Страшно. Блин, капец. Давай. Опа, тут свет, все светятся. Прикольно. Ё-моё. Капец. Спрячемся. Бан-бан. Значит, ты мой спаситель. Ты получил мое предупреждение. У тебя был шанс спастись от моего хаоса. Оставь их в покое! Буф. Чё это было? Капец. Я выламываю. То есть, та тварюка хочет со мной подружиться? О. Окей, фиолетовая карточка. И теперь нам... И куда оно ушло? Или то есть, эта маленькая штучка вылезла отсюда туда? И вот так вот вымахала? Так быстро? Капец. Бан-бан. Проснись. А ты? Ау. Доброе утро, просыпаемся. Ладно. Оставьте их в покое. Ё-моё, теперь вы во тьму? После такого? Ой, ладно. Это вот та маленькая штучка настолько быстро стала такой огромной. Кого она съела по дороге? Капец. Дрон уже там. Спускаемся. Погнали. Нам туда открывать. Скрываемся. Давай. Я уже ничему не удивлюсь. Туда? А ты при... А вы... А я понимаю, вы приколисты, да, ребята? Погнали. О. Хорош. Дрончик уже там. Тут мы должны получить, получается, синенькую карточку. Стой. О, блин. Останемся вместе. Ты же только что там лежал, умерла. У меня болит голова. Ты видел, куда сэр Дадау отправился после нашей стычки? Это вот та тварюка? Подождите, я знаю это место. Сейчас должен быть в офисе выше, но попасть туда будет нелегко. А сейчас придется активировать 4 замка двери,
отсюда. Но сначала их надо починить. Для этого нужно электричество. Я могу починить их, если есть электричество. Но я помню, как шериф подстроил выключатель питания так, чтобы он вещал весь объект на нашем местонахождении, если его активировать. Это вызовет тревогу, и на которой наверняка привлечет незваных гостей. Если вы прикроете меня сверху, пока я буду чинить эти переключатели, мы сможем попасть в этот офис. Готов, когда и ты. А чё тут? Короче, куча кнопок. Тут дверь. А, тут, короче, какие-то генераторы. Ну-ка, наверх погнали, глянем. О. Могу подвинуть. Кнопочка. Типа да. Начать перезагрузку. И тут выключатель от скипетра. Ну, даже не знаю. Давай сюда. А если я попробую нажать кнопку? А, тебя надо зарядить. Окей, го. Не паникуйте, этого следовало ожидать. Здесь за 12 фонарями вокруг меня. Если они станут красными, направьте... Ага. Ага. Типа надо смотреть... Смотрите на потолок после каждого использования. Они идут. Капец, экшен. Откройте. А как? А как, куда? Есть. Есть. А как перезарядить? Там вижу, вижу, есть. Наверх! Наверх! Ой-ё! И сюда? Чё это? А как этого? Один минус! Давай! Меня сейчас сожрут? А как его перезаряжать? Тут светильник наверху. Пусти меня. Записка. Еще один. Опять про паука. Восстановительной команде не удалось удержать Наб-Наба в пятый раз с момента его побега. А количество смертей сегодня только утром достигло двухзначных цифр. То есть это 10 и больше. По запросу руководства проведены информационные встречи по делу 8, то есть по Наб-Набу. И его опасности с обязательным присутствием всего персонала проводится еженедельно, чтобы обеспечивать минимальные человеческие жертвы. Просим руководство рассмотреть возможность заказа другого подхода. Повторно включить Наб-Наба. То есть, к детям его пустить, я правильно понимаю? Поскольку текущие методы каждый раз оказываются бесполезными, мы предлагаем ненасильственный подход, заключающийся в том, чтобы заманить человека, чтобы заманить Наб-Наба туда, где его можно поймать, вместо того, чтобы идти и сказать это. Я так понимаю, вместо того, чтобы идти его найти, типа, потому что так очень много поумирает. Наши эксперты предполагают, что другой случай, похожий на Наб-Наба, по внешнему виду и манерам, достигнет достаточного пика своего любопытства, дабы выманить его из укрытия. Ждем решения руководства, как действовать дальше. Пока что не готов. Я так понимаю, они должны были подослать Наб-Наблину, да, чтобы... Вот тут надо перезаряжать светильник. Вот тут. Это тяжело. Это реально тяжело, ведь лезут они быстро. А перезаряжать там и наводить ты не всегда успеваешь. Ведь верхний тоже довольно-таки часто лезет. Да. Пошел.
Давай. Давай. Да я понял, блин, хватит балакать. Как тебя пропустить? Блин, трендливый какой я. Спасибо. Наконец-то. Экшен снова с нами. Открывать. Есть, нашел первый инцидент. Давай. Не забываем следить за потолком. Он тоже может ставать агрессивным. И все будет нормально. Есть. Жахаем. Этого в сторону. Один перезарядить. Тут хорошо, хорошо, хорошо. Ой, там очень плохо. Наверх, 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 срочно. Этот верхний вылазит. Хорошо, есть. Этот на передвижение. Давай, 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 давай. Перезарядить. Этого вправо. Этого еще можно. Есть. Ой-ой, тут много. И верхний. Давай, 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 давай. Есть. Давай кнопку. Давай, 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 давай. Влево. Давай, боч, боч, бок, 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 бок. Давай еще разок. Прошу. Молодец. Давай, молодец. Молодец. Теперь на перезарядочку. На перезарядочку. Ой, как я попал красиво на перезарядочку. Этот. Давай. Давай. Давай, давай, молодец. Хорошо, сюда. Давай, давай, давай. Отлично идем, отлично идем. Отлично идем. Сюда. Давай. Должны, должны, должны справиться. Должны справиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Верхний, верхний, верхний. Там, блин, опять покраснел. Ага, и тут тоже есть. В сторону. Давай, 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 давай. В сторону. Есть! Все. Хорошо, хорошо, хорошо. Погнали, погнали. Тут еще одна записка. Еще один отчет, блин. Капец тут этих ваших отчетов. На каждом шагу отчет. Хирург? Какое-то дело 4, но почему-то хирург. Не кажется, или четвертый был бомбан? Не? Теперь это хирург? Ха. Было проведено дальнейшее исследование показателя КАС в случае, ну, у хирурга. Как прогнозировало руководство, оценка этого хирурга намного ниже, даже чем у многих отложенных концепций. Главным образом из-за того, что хирург оснащен корпусами 10, 11, 12 и 13, типа 5. Или механическими руками, которые оказываются пугающими и опасны для детей. Потенциальные концепции заменены для варианта 4, то есть для хирурга, включая многие ранее отложенные. Были переданы руководству. Многозадачность остается одним из наиболее важных уроков, которые необходимо преподавать в учреждении. Поэтому все потенциальные замены вращаются вокруг этой темы. Ждем решения руководства, как действовать дальше. ЛЛТТ был уведомлен об этой потенциальной операции. Кейс постоянно не готов. То есть вообще не готов. Ха, прикольно. Еще есть какой-то хирург с какими-то роборухами, что ли? Киборг-хирург. Окей, погнали. Я врубил. Наверх! Вот произойдет ли что-то, или мы просто сейчас включим второй этот? Или переключатель. И все будет, ну, как бы нормально. Интересно, еще что делает скипетр? Давай. А еще где мне взять синюю карточку? А еще что с бомбаном? Где он там?
Бан-бан все еще отдыхает? Хм. Окей, погнали. Джастер все. Подожди, нам надо поговорить. Ну. Говори. Пока что мы добрались до больших успехов. Мы добились больших успехов. И это действительно поднимает мне настроение. Я в настроении рассказать анекдот. Хочешь? Давай. Как ты называешь жабу, которая расстроена? Непоседа! Вы это слышали? Да капец, страшно. Они смеялись. Последний раз, когда я рассказал анекдот, я слышал только крики. О. Куда ты? Побежал, смотри, погнал. Обрадовался и погнал. Тихо ты. Чё такое? Осьминожка. Осьминожка. А ты куда? Куда это он? Бан-бан! Здорово! Нам нужен еще один переключатель, и мы сможем захватить скипетр! Можно сказать, что наш день не будет таким уж ужасным надолго. Ой, смотри, какой он довольный. Что-нибудь случилось, пока нас не было? Ничего. Странно. Я согласен. Сэр Дадау задумал что-то плохое. Наб-наб появился. Хотя я не уверен, что это... Хоть кто-то будет рад услышать. Он попытался совершить несколько своих шалостей. Я позвал его в клетку. А еще твой большой кошачий друг просто вошел сюда, как будто знал это место. Я не осмелился подойти к нему. Правда? Мне нужно с ним встретиться. С ней! Она одна из немногих, кто ценит мой юмор. Стингер Флинн хотел поговорить. Странно, снова оказаться на одной стороне после всего, что произошло. Ага. А Флинн? Стингер. О, да, наб-наб в клетке. А я могу его выпустить? А нет, не могу. А эти типа разговаривают. Так, Стингер, ты что-то там от меня хотел. Я пришел. Я двигаться не могу. Я хочу, чтобы вы знали, что это все происходит из-за вас. Не стоит думать иначе. Если бы вы не мешали свой план или план королевы, вы бы уже были дома в своей теплой постели. Я освободился бы от оков, и все, кого бы обидел, не пострадали бы. Кого ты обидел, кого я обидел. И спросите себя. Если бы я не был подключен к трубам, которые высасывали из меня гиванию и уменьшали мой размер, смог бы мой изначальный размер помочь в нашем трудном положении? Из твоих глупых решений у нас будет гораздо меньше шансов вернуться к детям. Несмотря на это, я хочу показать вам еще одну вещь. Похоже, тебе это нужно. И чего же там? О, голова. Доброе утро, Сони. Надо было продолжать спать, мы все еще ждем автобус. Чувак, я так устал. Хватит ныть, ты не один такой. Может поспать немного, как опила. Немного? Она спит уже несколько дней. Автобус здесь. Наконец-то. Чё, мне типа зайти? Маленький. Не обращай внимания. Это не тот. О боже, зачем мы вообще все это делаем? Я больше не хочу ходить на пляж, я просто хочу вернуться. Мы не можем, надо добраться до пляжа. Скажу честно, я не знал, что добраться до местного назначения будет так сложно.
Если бы не ваши действия, приводящие в ярость, вы бы не отказались в таком сложном положении. Правда, Стингер? Мои действия или твои несуществующие навыки в вождении? Я думаю, Апил умеет водить машину лучше тебя, а у нее ведь даже рук нет. Ты уверен, что будет стоить снова? Что, Апил? Только без агрессии. Вообще, я думаю, что сейчас самое время отправиться домой. У тебя есть идея, как отсюда вернуться? Нет, но мы с капитаном точно могли бы это выяснить. Верно, капитан? Капитан? Или я капитан? Еще один автобус здесь. Никто не хочет разговаривать с существом, которое менее полезно, чем стул, на котором оно сидит. О, вернись, это не тот автобус. Куда ты? Капитана похитили! Что нам делать? Я думаю. Динамо. Что такое? Наб-наба сбили! Мы только что потеряли двоих. Это не должно было случиться. Мы должны следовать за ним. Стой, это тот автобус! Чего, блин? Это что такое? О боже. Ой, я проснулся. Ё-моё. Нормально. И чё? Поговори с этим Биттергиллом. Где ты? Битка, битток. Давай. Нужно активировать последний выключатель. Я нашел такие две такие ключ-карты. Нап-нап, бан-бан, я имею в виду Вусман. Взял одну и оставил одну для тебя. Он видел, что ты дремлешь и решил отправиться туда один. Ты сможешь его догнать. Он шутит, когда я называю его бан-бан. Знаешь почему? Почему? Или типа я должен знать. Короче, нам дали карточку. Это та самая синяя карточка. Ну, мы включили третий переключатель. То есть нам остался еще один переключатель и сходить за скипетром. Ну, если ты хочешь увидеть включение последнего переключателя, тебе надо поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, можно спонсорочку оформить. Ну и до скорой встречи. Пока-пока.